Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, и это проект Joomla Sensei. 15 урок. И в этом уроке мы с вами рассмотрим новый модуль, который идет вместе с Joomla. Это HTML-код модуль. Я уже как-то говорил в уроках, что с Joomla есть некая такая проблемка. Они так хорошо, разработчики, позаботились о безопасности, что по умолчанию наш код, то есть сторонний какой-то код, который нам нужно внедрить на сайт, будет беспощадно вырезаться, удаляться, несмотря на то, что мы главные администраторы, и все равно это происходит. Давайте рассмотрим сначала, как это будет выглядеть. Переходим в расширение, менеджер модулей. Вы помните, чтобы создать новый модуль, надо нажать на кнопку «Создать». И в списке всех модулей самый первый как раз HTML-код. Сегодня мы убьем сразу двух зайцев. Вы узнаете, как, не прибегая к сторонним плагинам, мы сможем вставить код. Например, я буду использовать ролик с YouTube, то есть я хочу внедрить видеоролик к себе на сайт. Почему говорю, что убиваем двух зайцев? Мы сразу сможем вставить и HTML-код модуль, и также сможем вставлять видеоролики в статье. То есть нам нужно будет кое-какие операции на сайте проделать, чтобы у нас код не резался. Заголовок для модуля придумайте какой-нибудь. Я напишу видео. Значит, смотрите, позиция модуля. У нас в этом шаблоне вот этот sidebar, это позиция 7, по-моему. Кликаем по списку и ищем протостар и позиция 7. Состояние опубликовано. Привязка. Например, я хочу только на главный. Ставлю галочку только на главный. И смотрите, что происходит. Переходим в YouTube, выбираем какой-нибудь ролик. Я возьму, например, свой ролик. Под роликом кликаем на кнопку «Поделиться», HTML-код. И целиком, вот этот код копируем весь целиком. Начинается, видите, он iframe. И заканчивается, видите, вот так вот iframe. Убедитесь в том, что вы целиком его скопировали. Дальше. Вот у нас поле, как раз куда мы можем вставлять любой код. Тут отображается тот же самый редактор. В принципе, это обычный такой модуль для внедрения какого-то кода к вам на сайт, который вам необходим. И код вставляется таким образом. Вот здесь кнопочка «Исходный код». Кликаем. Мы как бы в HTML внедряем наш код. Смотрите, что происходит. Если я нажимаю «Ок», мы, во-первых, ничего не видим. Если я опять нажимаю «Исходный код», у меня ничего нет. Вообще ничего. Как бы я ни старался, все равно ничего не будет. Код вырезается, и вы ничего не сделаете. Так, что мы делаем для этого? Мы пока это дело сохраняем. Смотрите, надо перейти в «Система», «Общие настройки». Последняя вкладка «Фильтры текста». Переходим. И здесь мы видим группы пользователей. Самый низ «Супер-юзер» — это мы. У вас должно быть вот так вот. Нет фильтрации. То есть, чтобы не фильтровать наши действия, то, что мы делаем на сайте, как супер-администраторы. Если у вас так тут не стояло, выставляете и нажимаете «Сохранить и закрыть». Следующее действие, которое нам нужно сделать, тот редактор, который мы с вами уже изучали, мы в него уже с вами как-то заходили, поэтому нам сейчас нужно зайти туда еще раз. Расширение, менеджер плагинов. Отсортируем по включенно, чтобы отобразилось только включенные плагины. И вот он, Tiny MSE. Редактор заходим. Крутим вниз. И видите, здесь есть такое поле «Запрещенные теги». Как раз-таки вот они запрещены. Вот этот вот скрипт и iframe. Если вы все удалите и сохраните, они все вернутся здесь на место. Это поле оставлять пустым нельзя. В принципе, нам достаточно. Смотрите, вот так вот. Выделяете скрипт со запятой и удаляете. И также здесь вот этот iframe с запятой вы удаляете. Оставляете только, в принципе, вот это. Нажимаем «Сохранить и закрыть». Теперь мы переходим в менеджер модулей. Заходим в наш HTML-модуль. Кликаем опять «Исходный код». Вставляем наш код плеера. Так как у нас... Вот здесь вот колонка маленькая, у нас примерно где-то здесь 200-230 пикселей.
сразу же, вот здесь вот видите, ширина нашего плеера. Сразу можете как-то уменьшить. Сейчас не важно пропорции, сейчас просто вам показать, что у нас код вставляется и все у нас работает. И здесь вот высота поставлю 100. То есть это размеры нашего плеера, чтобы они вмещались в наш модуль. Окей. И вы сразу видите, да, что у нас уже что-то происходит. У нас уже что-то делается. Далее мы нажимаем на кнопку «Сохранить». Также после сохранения видим, что плеер на месте, никуда не удалился. Обновляем, значит, страницу главную. И обратите внимание, у нас все прекрасненько, видите, вставляется здесь. Включая play, у нас все работает, видео идет, играет. Здесь, конечно же, он не умещается, наш плеер, но это просто для примера. Также вот это вот положение модулей, то есть смену, например, если вам выше, ниже нужно сместить, я надеюсь, вы уже догадались, как это делается. Кликайте вот на эти вот стрелочки, чтобы активировать вот эти вот черные такие точки, да, и за них можно видео потянуть, например, нам нужно на самый верх, если не поднимается. Так, ну хлебные крошки пускай будет наверху, оно у нас уже находится выше входа. То есть смотрите, если мы сейчас обновим страницу, да, вот она у нас на уровень поднялась, но не выше вход, да? Хотя здесь показано, что он ниже находится. Заходим вход, порядок, вот так вот делаем. Обновляю. И вот теперь у нас видео наверху. Так, и то же самое, смотрите, я вам быстренько покажу, что у нас со статьями. То есть со статьями уже тоже все просто. То есть уже ничего не надо делать. Мы просто заходим в менеджер материалов. И теперь без проблем, если у нас много видеоконтента, мы можем спокойненько размещать там, где нам нужно, видеоролики, да? Или, может быть, какой-то другой у вас код нужно вставить. Окей. Вот видите, плеер вставился. Сохраняем. Переходим внутрь статьи. И вот вы видите, что приспокойненько у нас и здесь. И здесь все хорошо, все работает. Теперь вы умеете использовать еще один модуль. И понимаете его смысл, что где угодно на сайте, то есть в зависимости от позиции шаблона, вы сможете разместить какой-то кусочек кода, который вам необходим. Это может быть плеер, может быть какой-нибудь счетчик. Кстати, счетчик посещаемости, который, как правило, внизу находится на сайтах, можно таким же образом вставлять. Например, Live Internet или Яндекс Метрика. На этом я заканчиваю данный видеоурок и увидимся в следующем. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с Joomla, или вы уже матерый вебмастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном – это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном, тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую у разработчиков. И я все упаковал в один архив. К каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе и выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто впишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев.